Добрый день. Приветствую вас из Англии. My name is Roger, and I am a member of the directors of the executive meeting of LL Ministries. Меня зовут Роджер Пук, и я являюсь членом совета директоров служения LL Ministries. And this afternoon we're going to look at the subject of deception and how to avoid it. Сегодня мы с вами поговорим на тему заблуждения или обольщения и как нам не попасть в заблуждение. If you looked at what has been put on the Viber account, если вы почитали рекламу в Вайбере, you will see that we made the quotation from Charles Spurgeon. То, возможно, вы помните цитату, которую мы привели Чарльза Спёрджена. That discernment is not knowing the difference between what is right and what is wrong. Чарльз Спёрджен сказал, что развлечение — это не означает знание разницы между правильным и неправильным. It's knowing the difference between what is right and what is almost right. Развлечение — это знать разницу между правильным и почти правильным. It's very easy to see what is absolutely wrong, but it's not easy to see what is almost right. Очень легко распознать, что абсолютно неправильно, и очень непросто распознать, что почти правильно. Satan has been using discernment ever since the Garden of Eden. Has been using deception ever since the Garden of Eden. И сатана использовал обольщение или обман с начала времен Эдемского сада. And deception is even now increasing more and more. Обольщение, заблуждение увеличивается все больше в последнее время. A lot of deception comes through the internet, it comes through text messages and telephone calls. Очень много обмана сейчас поступает к людям через интернет, через социальные сети, через телефонные звонки. In many countries of the world, people receive telephone calls like this. Во многих странах мира людям звонят по телефону и сообщают подобные вещи. Good morning, Mr. Smith. Добрый день, господин Смит. This is the fraud department of your bank, Central Bank. Сейчас к вам обращается служба разбирательства со случаями мошенничества вашего банка. We can see on our computers there is some suspicious activity on your account. Мы видим на нашем компьютере подозрительную деятельность на вашем банковском счете. While we are fixing this problem, мы пытаемся решить эту проблему. And we need you to transfer your balance into a safe account. Но нам нужна ваша помощь для того, чтобы перевести остаток средств на вашем счету на безопасный счет. So here are the account details. Мы сейчас видим данные вашего счета. So here is the details of the account to which you should move your money. И вот данные счета, на которые вам нужно перевести ваши деньги, чтобы они были в безопасности. Please do this online as soon as possible. Пожалуйста, сделайте это онлайн как можно скорее. So that we can protect you. Для того, чтобы мы могли вас защитить. I suppose the question is, would you be fooled by a scam like this? И вопрос к вам. Могли ли бы вы поддаться на подобный обман? The fact is that hundreds, even thousands of people, even in this country, have been fooled in this way. Но реальность такова, что сотни, даже тысячи людей, даже в нашей стране, стали жертвами подобного обмана. And the victims always say the same thing. И жертвы говорят постоянно одно и то же. But they sounded so genuine, so professional. Что человек по телефону звучал так искренне и так профессионально. It sounded very official. Это звучало очень официально и правдоподобно. And they knew my details already. И
этот человек уже знал мои данные. I was sure that it was the bank. Поэтому я был уверен, что мне звонили из банка. So here is the problem. И вот в чем проблема. The victims thought that they were familiar with banks. Жертва думает, что человек, который ему звонит, действительно представляет банк. You see, everybody knows what a bank is. И каждый человек, в принципе, понимает, что такое банк. And we know that they handle our money. Мы знаем, что банк управляет нашими деньгами. And so, but we are not, although we are familiar with banks and how they work, и хотя мы знакомы с банками и как они работают, we do not fully understand how a bank really works. На самом деле мы полностью не понимаем, как на самом деле работает банк. Because a bank would never, ever ask you to do something like this. Потому что банк никогда бы не попросил своих клиентов делать подобные вещи. They would never do it. Банк никогда не просит клиентов о таком. So people who know what a bank is, maybe just don't understand this. Поэтому люди, которые имеют какое-то представление о банке, не понимают, что на самом деле делает банк. Being familiar with something is not the same as understanding it. Быть знакомым с чем-то или иметь представление о чем-то не то же самое, что понимать это. Think for a moment back to your time at school. Вспомните время, когда вы учились в школе. Did you ever have multiple choice tests? Когда-нибудь вам приходилось отвечать на вопрос, где вам предлагалось несколько вариантов ответов? I was a teacher for 22 years, and I set many of these tests. Я работал учителем более 20 лет, и мне приходилось самому разрабатывать такие тесты для своих студентов. There is a question, and there are four possible answers. Когда я формулирую вопрос, и четыре возможных ответа. And the students have to choose the correct answer. И студентам нужно выбрать один из этих ответов, который должен быть правильным. Now, obviously, one of the answers is correct. Ну и очевидно, один из этих четырех вариантов должен быть правильным. One of them is really obviously wrong. И один из них является, ну вот, очевидно неправильным. This is to give confidence to pupils who are not very good, but at least they can recognize, oh, I can see that's wrong. Это для того, чтобы ученики, которые не очень хорошо учатся, почувствовали себя уверенно и увидели, что, ну, как минимум, вот это я точно знаю, что это неправильный ответ. But there are two answers, which are very cunning. Но есть два других ответа, которые очень такие, ну, хитросплетенные. They use all the right words and phrases from the teaching course. В них используются правильные слова и выражения из учебного курса. But there is something which makes them not right. Но в них есть кое-что такое, что делает их неправильными. So a pupil could be familiar with the teaching. И ученик может быть знаком с учебным материалом. Maybe they've read the textbook many times. Он, может быть, даже читал учебник много раз. But if he does not actually understand the teaching, then these answers will always fool them. Но если он на самом деле не разобрался в учении и не понимает, о чем речь, то эти ответы его могут легко запутать и обмануть. But we're looking today at how we can be deceived as Christians. Но сегодня мы с вами говорим о том, как мы, будучи христианами, попадаем в заблуждение. How can we be deceived by false teaching if we know the Bible? Как же мы можем попасться на обман ложных учений, если мы с вами знаем Библию? Surely, if we know the Bible, we will not be deceived. Мы можем думать, что, конечно же, если мы знаем Библию, то мы не попадемся в ловушку обмана.
The problem is that we can be very familiar with the Bible, but not really understand it. Но проблема в том, что мы можем быть хорошо знакомы с Библией, иметь представление о том, что говорит Библия, но не понимать сути учения. And so we might read Christian books. Мы даже можем читать христианские книги. We watch Christian videos. Можем смотреть христианские видео. We hear teaching. Слушать различные учения. And we think that it's good because it's very familiar. И мы думаем, что это хорошо, потому что это выглядит очень знакомым. But if we do not understand our faith fully and understand how to hear the voice of God, но если мы не полностью понимаем нашу веру, и если мы не понимаем, как слышать голос Божий, then we can be deceived by false teachers. Тогда мы можем быть обмануты лживыми учителями. Now, Jesus. So, Jesus recognized that it was possible for his disciples to be deceived. Иисус признавал тот факт, что его ученики тоже могли быть обмануты, то есть такая возможность существовала. When he had been teaching in Matthew's Gospel 24 about his second coming, мы читаем в 24 главе Матфея о том, как Иисус учил своих учеников о втором, о своем пришествии. And his disciples asked him, well, when will this happen? Его ученики задали ему вопрос, а когда же это все произойдет? Now, we know that Jesus never gave them an exact date, and he still will not give us an exact date. И мы знаем, что Иисус не указал им точную дату, и он до сих пор не раскрывает точную дату своего возвращения. But the first thing that he said to them was, be careful that nobody deceives you. Но первое, что он им ответил, берегитесь, чтобы никто вас не прельстил или не обманул. Because many will come in my name and will say, I am the Christ, and they will deceive many people. Потому что многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Okay, so, Jesus himself recognizes that it is possible for the even for those who saw him face to face for 3 years, it's possible for them to be deceived. Итак, даже Иисус признавал, что те ученики, которые провели с ним 3 года в близком общении, тоже могли попасться в ловушку обмана. And of course, it is also possible for us not to fully understand what the Bible says. Поэтому и для нас существует такая возможность не полностью понимать то, что говорит Библия. We understand as believers that there is always more truth to come out of the Bible. И мы, как верующие, с вами хорошо понимаем, что когда мы изучаем Библию, мы всегда изучаем что-то новое, то есть всегда есть возможность познавать больше. And there may be a passage in the Bible with which we're very familiar. И есть какие-то тексты в Библии, с которыми мы очень хорошо знакомы. But actually, there is more there which we have not seen or not thought about. Но на самом деле в этих текстах есть еще много чего такого, о чем мы не думали или чего мы не понимаем. Let's look at one passage which is very familiar. Давайте сейчас рассмотрим один из таких текстов, с которым мы очень хорошо знакомы. And that is Luke chapter 2. Это вторая глава Евангелия от Луки, which we normally read at about Christmas time. Обычно это место из Писания читаются как раз в канун Рождества. When I was about 7 or 8 years old, I had to learn this entire passage by heart.
И когда мне было 7 или 8 лет, я помню, что я выучил весь этот текст наизусть. And I'm sure it's very familiar for all of us. И я уверен, что для многих из нас этот текст очень-очень знаком. But just look for a moment at this very familiar verse. Но просто взгляните на этот хорошо знакомый вам стих. And look at those words in red. И особенно обратите внимание на слова, написанные красным шрифтом на слайде. The glory of the Lord shone round about them. И слава Господня осияла их. Do you really understand what that means? Понимаете ли вы, что это означает на самом деле? Where did we first hear about the glory of the Lord? Где мы впервые читаем в Библии упоминание о Божьей славе? When Moses wanted to see God's face, когда Моисей хотел увидеть Божье лицо, God said, "No, this is not possible." Бог сказал: "Нет, этого невозможно сделать для человека." You cannot see my face and stay alive. Человек не может увидеть меня и остаться в живых. And so God hid Moses in a cleft in the rock while his glory passed by. И Господь сокрыл Моисея в скале, в пещере скалы, пока его слава проходила мимо. And then think back about the shepherds. А теперь давайте вернемся снова к пастухам. The glory of the Lord shone round about them. Слава Господня осияла их, то есть она окутала их. They saw God's glory, God who lives in unapproachable light. Они увидели Бога, который живет в неприступном свете. And they did not die. И они не умерли. This is quite amazing. Это просто удивительно. And yet, we probably never thought about this before this point. И, возможно, мы никогда об этом раньше не задумывались до этого момента. And if this is just one verse, which we probably did not think about in this way, и если это только лишь один стих, о котором мы, возможно, раньше не думали в таком смысле, then there may be other places in the Bible which we also do not fully understand. То в Библии есть множество других мест, которые, скорее всего, мы не понимаем полностью. So, if as Christian believers our understanding is by no means perfect, и если у нас, как христианских верующих, наше понимание не может быть стопроцентно полным, how can we avoid being led astray by false teaching? То как же нам избежать ловушки обмана, ложного учения? Now, the Apostle Paul says something very interesting to the Thessalonians. Апостол Павел говорит кое-что очень интересное о верующих в Фессалониках. He tells them, test everything and keep hold of what is good. Он им говорит такие инструкции: все испытывайте, но хорошего держитесь. So the question is this. И вопрос вот какой. How do we test everything? Как же мы можем все испытывать? Well, here are some tests that we can apply to what we hear or read. И вот некоторые тесты, которые мы можем применить к тому, что мы слышим или видим. There are obviously many tests, but these are just some with which we can start. На самом деле тестов есть множество, но это лишь те, с которых мы могли бы начать этот процесс тестирования или испытания. Does the teaching which we hear or see or read have at its center salvation through the cross of Jesus and his resurrection?
То учение, которое мы читаем или слушаем, помещает ли оно в свой центр спасение через жертву Иисуса Христа на кресте? And here's another test. And what I would just say is, does it have Jesus at the center? And does it give glory to Jesus? То есть находится ли в центре этого учения Христос? И дает ли это учение всю славу Иисусу? Second test. Is the teaching based on scripture or is it based mainly on experience? Второй тест, который я предлагаю применять, это базируется ли это учение на Писании или на каком-то человеческом опыте? Does the teacher say, this is what I heard from God, or this is what I saw in my vision? Говорит ли учитель, что вот я услышал от Бога такие-то вещи, или вот я увидел в видении подобные какие-то вещи? But does he then give no reference to scripture? И подтверждает ли он потом эти вещи текстами из Писания? Or does the teacher's experience actually confirm the truth of the gospel? Или же наоборот, опыт учителя подтверждает истину Евангелия? Next test. Is the teaching or doctrine based only on one or two scriptures? Следующий тест. Основывается ли учение или доктрина всего лишь на нескольких местах из Писания, например, одно или два текста, и все? And are these verses taken out of context? И взяты ли эти тексты из контекста? Context is really important. Контекст на самом деле очень важен. It's not a good idea to take verses and study them in isolation. Это не очень хорошая идея брать какие-то стихи из Библии и изучать их изолированно от контекста. The next test. How does the teaching fit in with traditional Christian faith? Следующий тест. Насколько учение соответствует традиционной христианской вере? This is the faith that has been handed down to us over the centuries. Той вере, которая передавалась христианами из поколения в поколение. Because we need to be very careful about new and exclusive revelations. Нам нужно быть очень осторожными с новыми такими инновационными откровениями. The next test. Does the teaching pick some scriptures out of context, but put them together in a way which gives a new meaning? Следующий тест. Берет ли какое-то учение стихи из Библии из контекста, вырывает их из контекста и потом придает им какое-то новое значение? There was a not very funny joke I read many years ago. Много лет назад я прочитал одну не очень смешную шутку about someone putting two scriptures together. О человеке, который соединил два стиха из Библии. And Judas went out and hanged himself. Иуда пошел и удавился. Go thou and do likewise. Идите, go and do the same. Идите и поступайте так же. You know, it's stupid, obviously, isn't it? То есть, очевидно, да, это глупое, как бы, учение. But it is possible to put together verses from the Bible and from them to build a completely false teaching. Но вполне возможно людям вырывать некоторые стихи из Библии, вырывать их из контекста и потом соединять их таким образом, что они получают абсолютно новое значение. Let's just look at a couple of scriptures. Давайте рассмотрим несколько стихов из Библии.
You are probably quite familiar with these two scriptures from Hebrews and from the Psalms. Наверное, вам знакомы эти стихи из послания к евреям и псалмов. How do you understand these scriptures? Как вы понимаете эти стихи из Библии? Particularly, when you look about how you should relate to your pastors and leaders. Особенно в контексте того, как мы должны относиться к нашим пасторам и лидерам. Does it mean that your pastor or your leader is above all question? Означает ли это, что ваш пастор или ваш лидер находится над какими-то вообще сомнениями, и что к нему вообще его нельзя никаким образом ставить под сомнение? Does it mean that you must obey absolutely everything that he says? Означает ли это, что мы должны повиноваться абсолютно всему, что он говорит? Let's look at the rest of the verse, though. Но давайте посмотрим на остальную часть этого стиха. And when you look at the whole verse, you can see these quotations in a completely different light. И если посмотреть на этот полный стих, тогда мы можем абсолютно по-другому понять то, что говорит первая часть стиха. That we should obey our leaders, follow what our leaders say, because they bear an incredibly important responsibility. Здесь говорится о том, что мы должны быть послушны нашим лидерам, потому что они несут на себе очень большую ответственность за наши души. And therefore we should be praying for them and helping them in every possible way. Поэтому мы должны молиться за них и помогать им всевозможным. And the verse from the Psalms does not mean that we should never criticize our leaders. Стих из Псалмов не означает, что мы никогда не должны критиковать наших лидеров. Or question what they say. Или ставить под сомнение то, что они говорят. It means that we should never do them any harm. We should, if we have doubts about them, we should speak openly. Здесь идет речь о том, что мы не должны причинять им зла, или мы не должны вредить им. И если у нас есть какие-то вопросы или сомнения о том, что они говорят, мы должны говорить об этом открыто. Because this is their calling as leaders, just as we each of us have a calling from God. Потому что это их призвание как лидеров, точно так же, как у каждого из нас есть призвание от Бога. And the Bible tells us that we should bear one another's burdens. И Библия говорит нам, чтобы мы носили бремена друг друга. And so that's what we have to do with our leaders. И поэтому мы должны так поступать по отношению к нашим лидерам. So, how do we then judge or test what we hear? Как же нам следует судить или испытывать то, что мы слышим? The tests I've just given you are actually tests that we use with our mind. Те тесты, которые я вам вот сейчас предложил, это тесты, которые мы используем своим разумом. But there is another way in which we can test things, and that, of course, is by the Holy Spirit, who lives in us and with us. Но есть еще один способ испытывать истину, и это с помощью Духа Святого, который живет в нас. Imagine, for example, that you are in a Christian conference. Представьте себе такую ситуацию, что вы находитесь на христианской конференции. And the speaker's subject is the power of prayer. И тема, на которую выступает спикер, называется «Сила молитвы». Good subject, yes. Хорошая тема, правильно? And in this particular session, he is talking about the power of praying in agreement.
И на этой сессии он говорит о том, какая сила есть в совместной молитве, когда мы молимся в согласии. And he quotes maybe Matthew 18, verse 19. И он цитирует Матфея 18:19, where Jesus says, "Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask," где Иисус говорит, что если двое или трое согласятся просить на земле о чем-нибудь, it will be done for them by my Father in heaven. То Отец мой Небесный сделает это для них. And then the speaker goes on to explain this verse. И дальше спикер продолжает пояснять этот стих. And he says, how does it happen that praying in agreement has such power? Он говорит, как же это возможно, что молитва в согласии имеет такую силу? Because when we pray in agreement, потому что когда мы молимся в согласии, our prayers unite in a cosmic harmony, which imparts power. Наши молитвы соединяются в космической гармонии и обретают сверхъестественную силу. Now, tell me, what did you feel when you heard those words, cosmic harmony? Скажите мне, что вы почувствовали, когда вы услышали эти слова, космическая гармония? Did you feel uneasy? Вы почувствовали как-то себя не очень хорошо? Maybe you recognize that these are the kind of words which are used by New Age teachers. Может быть, вы поняли, что это какие-то выражения, больше свойственные учителям учения New Age или новой эры. And so my advice, if you hear a speaker say this sort of thing, is to get up and leave immediately. Я советую вам, если вы вдруг услышите спикера на конференции, говорящего подобные вещи, то лучше сразу встать и уйти. Because my prayer would be that the Holy Spirit would always remind me and remind you that something wrong is happening here. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой всегда напоминал нам с вами о том, что в таких вещах есть что-то не то, чтобы Бог направлял нас на истину. As Christian believers, we have the helper who Jesus sent for us, the Holy Spirit. И мы, как христианские верующие, имеем помощника в лице Духа Святого, которого Иисус послал нам. And Jesus said, when he comes, he will lead you into all truth. Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, он будет наставлять нас на всякую истину. And so the Holy Spirit gives us various spiritual gifts. И Дух Святой дает нам различные духовные дары. And one of these is the gift of discernment. И один из этих даров — это дар различения духов. And that's 1 Corinthians 12, verse 10. Мы читаем об этом в 1 Коринфянам 12:10. Now, distinguishing between different kinds of spirits does not only mean seeing what kind of demon is present. И различение духов — это не означает способность видеть, какие там бесы или демоны присутствуют в какой-то ситуации. It also means discerning or distinguishing between the spirit with which somebody is speaking. Это также означает различать дух, с которым говорит какой-то человек, то есть каким духом он вдохновляется, когда он что-то говорит. Yeah. Is he trying to speak the truth of God as he understands it, or is he being deceived himself? Пытается ли он говорить Божью истину так, как он сам ее понимает, или он обманут и говорит как бы из своего обмана? So if ever we feel just slightly uneasy about what we see or hear, и всякий раз, когда мы чувствуем вот какой-то дискомфорт, когда мы слышим что-то или видим что-то, we should never ignore this feeling. Мы не должны игнорировать подобное чувство.
We should never say, oh, well, this is a famous speaker. I'm sure that what he's saying is correct. Мы не должны как-то отмахиваться и думать, что, ну, это же известный проповедник, вот он как бы всеми почитаемый, поэтому то, что он говорит, это, наверное, правильно. We should always ask the Holy Spirit, is this something to worry about or is it okay? Мы всегда должны спрашивать у Духа Святого, стоит ли нам подумать об этом, или это действительно истина и все хорошо. Now sometimes we can hear the voice of God. Иногда мы можем слышать голос Божий. Have you ever heard the voice of God either audibly or just in your mind, just a feeling in your mind or your spirit? Вы когда-нибудь слышали голос Божий явно, как аудио голос, который вот просто звучит у вас в ушах, или наоборот, как мысль, которая приходит вам в разум? How do you know that what you hear or what you feel is from God? Как вы можете быть уверены, что то, что вы слышите, или то, что вы воспринимаете в своем разуме, действительно исходит от Бога? One answer is very obvious. It is that you recognize the voice. Один из очевидных ответов – это то, что вы распознаете его голос, вы узнаете его. Yeah, this is a voice which is familiar, a voice which I know. Этот голос знаком для вас, потому что вы знаете голос Божий. But how can you make this voice familiar? How can you know it? Но как вы можете научиться слышать этот голос? Как вы можете сделать его знакомым для себя? The first obvious answer is you read the Bible, where God is always speaking. Первый, самый очевидный способ – это изучать Библию, потому что через Библию Бог постоянно к нам говорит. And you just get the feeling, this is not the sort of thing that God would say. И вы можете почувствовать тогда, что то, что вы слышите, не соответствует тому, что Бог обычно говорит через свое слово, через Библию. It's just somehow not in his character. Это как бы не свойственно его характеру. I once had somebody trying to have a chat on Messenger with me, and they were pretending to be a friend of mine. Однажды я получил текстовое сообщение от какого-то человека, который притворялся моим другом. And the first question or two questions which came sounded very convincing. И первые два вопроса, которые этот человек написал, ну, звучали очень убедительно. But I was rather suspicious. Но у меня возникли некоторые подозрения. Because this person had never ever had a Facebook Messenger chat with me. Потому что раньше этот человек никогда не общался со мной через эти текстовые сообщения на Фейсбуке. So I asked a very simple question about where did we first meet? И я задал этому человеку очень простой вопрос. А где мы с тобой впервые познакомились? And the answer was very much out of character for my friend. И ответ, который я получил, был абсолютно не свойственен характеру моего настоящего друга. Accusing me of doubting them in some way. Он начал меня обвинять в том, что я сомневаюсь и так далее. It was obviously not my friend, and so I just said goodbye and left. И мне стало абсолютно понятно, что это не мой друг, и я попрощался и удалил это сообщение. Now, Jesus said something wonderful for us. Иисус сказал нам кое-что удивительное. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. Он сказал, что когда придет Дух истины, он будет направлять нас на всякую истину. That's John 16:13. Это написано в Евангелии от Иоанна 16:13. But let's look now at some of the characteristics of the voice of God.
И давайте сейчас посмотрим на некоторые характеристики голоса Божьего. Because there will be many voices which try to deceive us, especially as the world goes worse and worse. Потому что многие голоса будут пытаться нас обмануть, особенно в последнее время, когда мир становится все хуже и хуже. The first is that the voice of God is a still small voice. Первая характеристика голоса Божьего — это то, что он тихий и нежный. Remember Elijah. Вспомните историю Илии. God was not in the thunder and the earthquake and the fire. It was a still, it was a quiet voice. Бог не говорил к нему в громогласном громе или буре или ветре. Он обратился к нему через тихий и нежный голос. Next, the voice of God is not demanding or angry or threatening. Следующее, голос Божий не является гневным, требовательным или угрожающим. It's certainly a voice full of love, but a voice full of authority. Конечно же, это голос полный любви и полный власти. But it does not threaten or sound angry. Но он не угрожает и не, он не звучит гневно. Next, this is a voice which brings peace when you obey what the voice says. Следующее, голос Божий приносит ощущение мира, когда мы послушны тому, что он нам говорит. If we feel that God is telling us to do something, если мы чувствуем, что Бог просит нас что-то сделать, and this thing which he wants us to do is really quite frightening. И то, что он хочет, чтобы мы сделали, нас немного пугает. Now, if this voice truly is from God, если этот голос действительно от Бога, when we take the first step of obedience, то когда мы с вами сделаем первый шаг в послушание, immediately we will be filled with peace. I am doing the right thing. Нас сразу же наполнит ощущение мира, что мы поступаем правильно. But if it is not from God, it will demand that you do more and more and more. Но если этот голос не от Бога, тогда будет такое ощущение, что от нас требуют сделать еще больше, еще больше, еще больше. Next, the voice of God will never ever make you feel guilty. Следующее, голос Божий никогда не заставит вас чувствовать себя в осуждении. Now, if the Holy Spirit is bringing us conviction of sin, если Дух Святой обличает нас в грехе, this brings what the Apostle Paul calls a godly sorrow that leads to repentance. Это приносит ощущение, какое описывает апостол Павел такими словами, что это Божья печаль, которая ведет к покаянию. That's 2 Corinthians 7, verse 10. Это 2 Коринфянам 7:10. You see, it's not guilt, it's godly sorrow. Это не вина, не осуждение, это Божья печаль. Oh Lord, I realize what I did. I am so sorry. Когда мы чувствуем, Господь, я осознаю, что я сделал, и я так сожалею об этом. And then, when we confess and repent and receive forgiveness, и потом, когда мы исповедуем этот грех, покаемся и примем прощение от Бога, then there is such a relief and such joy. Мы испытываем огромное облегчение и радость. Next, a word from God will never ever contradict his written word, the Bible. Следующее, слово от Бога и голос Божий никогда не будет противоречить его написанному слову в Библии. Next, God does not mind if we
test what seems to be a word from him. Следующее, Бог не против того, чтобы мы испытывали то слово, которое мы как бы не уверены в том, исходит ли оно от него. He doesn't mind if we go and ask somebody else for their opinion. Он не против, когда мы обращаемся за советом другого человека и спрашиваем, а что он об этом думает. He doesn't mind if we spend a while looking through the Bible to see if God actually says this kind of thing. Бог не возражает, когда мы проверяем это слово, сравнивая его с другими местами в Библии, чтобы действительно убедиться, что это Бог говорит. He doesn't mind if we say to him, Lord, I'm sorry, but I really need to hear this again in maybe in some other way, just to confirm it. Бог не возражает, когда мы говорим ему, Господь, знаешь, но я нуждаюсь в том, чтобы ты еще раз мне это подтвердил каким-то другим способом, чтобы я был в этом уверен. Because he loves us as his children, and he doesn't mind if we want to be really sure about him. Потому что он любит нас как своих детей, и он понимает, что мы хотим быть уверены в том, что мы слышим от него. And lastly, the voice of the Holy Spirit will always ultimately glorify Jesus. И голос Духа Святого всегда, в конечном итоге, будет прославлять Иисуса. Maybe not directly, but you can see that, yes, ultimately, this brings glory to Jesus. Может быть, это не будет как бы прямая такая связь с прославлением Иисуса, но мы будем видеть, что в конечном итоге это слово действительно воздает всю славу Иисусу. So, we can see then that there are two main ways in which we can avoid falling into deception. Итак, мы можем сделать вывод, что есть два основных способа, как мы можем избежать обольщения. The first is our own experience, our own knowledge of the Bible. Первое – это наш собственный опыт познания Бога через Библию, через изучение Его Слова. And the second is through our human spirit, where we hear and recognize the voice of God, the Holy Spirit. И второе – это через наш человеческий дух, в котором живет Дух Святой и направляет нас к распознанию голоса Божьего. Finally, we need to realize God really does want us to know his truth. И, наконец, мы должны осознать, что Бог действительно хочет, чтобы мы научились распознавать его истину, различать ее. Those of us who are parents know how much we love it when our children obey us. И если у вас есть дети, вы хорошо знакомы с тем чувством, когда они послушны вашим словам, как вам это приятно. And it's even better when they deliberately avoid doing things that they know that the parents, us, will not like. И также нам приятно, когда дети не делают того, что нас расстраивает или то, что нам не нравится. We also know that our children make mistakes. Но мы также знаем, что наши дети допускают ошибки. I can still remember something which happened when I was maybe 4-5 years old. Я до сих пор помню одну ситуацию, которая произошла в моей жизни, когда мне было 4 или 5 лет. I was in our garden at home. В то время я находился у нас дома в саду. And it was springtime. Это была весна. And there was a row of very pretty flowers which had just come up. И я увидел, как на клумбе взошли очень красивые цветы. And so I picked the flowers and proudly took them to my mother. И я решил их сорвать и так гордо вручить их моей маме. She, as it were, helped me to understand
that what I had done was not right. И я помню, как она пыталась мне объяснить, что то, что я сделал, было не совсем правильно. She did not punish me in any way, even though she really loved her flowers. Она не наказывала меня за это, хотя, ну, ей понравилось, что я принес ей цветы. But she would have very much preferred if they'd stayed in the garden. Но ей бы больше понравилось, если бы эти цветы остались расти на клумбе. I didn't feel guilty. Но то, что она сделала, не заставило меня чувствовать себя виноватым. I just understood that I should leave the flowers in the garden. Я просто понял, что в следующий раз я должен оставить цветы на клумбе. Now, it may be, it must have been something which impressed me very much because I can remember it more than 70 years later. И, наверное, это на самом деле произвело на меня большое впечатление, потому что я очень хорошо это помню, уже больше 70 лет прошло. But I believe that this is also how God reacts and how he relates with us as his children. Я думаю, что Бог подобным образом относится к нам, как к своим детям. That even if we make mistakes, что даже если мы допускаем ошибки, he looks at our heart, он смотрит на наше сердце, and he loves us as his children. И он любит нас, потому что мы его дети. Now, we've now got some questions which you can look at in your breakout groups. Сейчас у нас есть некоторые вопросы, которые мы предлагаем вам обсудить в малых группах. And I'm going to let Anya organize this. И я сейчас попрошу Аню организовать, как это будет происходить. But I'm just going to put the questions on the screen. И на экране я сейчас выведу эти вопросы. I'm going to move further on. Here we are. Some questions. Вот вопросы для обсуждения в группе. We thank you for giving us Jesus, who is the way, the truth, and the life. Отец Небесный, спасибо за то, что я отдал своего Сына Иисуса, который есть путь и истина и жизнь. We thank you, Father, for the gift of your Holy Spirit. Спасибо, Отец, за дар Святого Духа. And that you lead us into all truth. Спасибо за то, что ты направляешь нас на всякую истину. Father, we ask that you will guide us in every part of our life. Отец, мы просим, чтобы ты направлял нас в каждой части нашей жизни. In our family, in our work. Чтобы ты направлял нас в отношениях с близкими, в семейной жизни, на работе. And in our church fellowship and our ministry. В нашем служении, в церковном общении. Father, we need to hear your voice. Отец, мы нуждаемся в том, чтобы слышать твой голос. Teach us, Father, how to hear your voice. Отец, учи нас, как слышать твой голос. Help us to become familiar with your voice through scripture. Помоги нам научиться различать твой голос через Писание. Help us to hear the still small voice that speaks to us. Помоги нам слышать этот тихий, нежный голос, который обращается к нам. Father, we want to make this covenant with you. Отец, мы хотим заключить этот завет с тобой. That if you see us doing something or making a choice which is not according to your will, когда ты видишь, что мы что-то делаем или принимаем какое-то решение, которое не соответствует твоей воле, Father, we give you permission to, as it were, tap us on the shoulder and say,
What are you doing here? Отец, мы даем тебе разрешение, если можно так сказать, похлопать нас по плечу и сказать, что ты делаешь? Just as you spoke to Elijah and said, Elijah, what are you doing here? Точно так же, как ты обратился к Илие и сказал, Илия, что ты тут делаешь? And as Elijah heard your voice, he was able to hear your instructions as to what he should be doing. И когда Илия услышал твой голос, он смог услышать твои инструкции, которые ты говорил ему, что он должен был делать. And Father, we ask that the fruit of the Spirit should be shown in every part of our life. Отец, мы просим, чтобы плоды Духа Твоего проявлялись в каждой сфере нашей жизни. Love, joy, and peace. Любовь, радость и мир. Patience, kindness, and goodness. Долготерпение, доброта и благость. Faithfulness, gentleness, and self-control. Верность, нежность и воздержание. Because, Father, we want to be like a city on a hill that cannot be hidden. We want to be a light in this dark world. Господь, мы хотим быть как город, стоящий на вершине холма, как свет, который светит этому миру. And Father, we need your wisdom. We need your spirit of wisdom. Отец, нам нужна твоя мудрость, твоя духовная мудрость. We ask, Father, that you will grow wisdom in each one of us. Отец, мы просим, чтобы ты взращивал эту мудрость в каждом из нас. So that as we grow in discernment, then we can also grow in wisdom, which means applying this discernment. Чтобы, возрастая в развлечении, в способности различать, мы также возрастали в мудрости, потому что мудрость — это есть применение, практическое применение этого развлечения. And yet wisdom is more than that. It is also showing your love in the world. Но мудрость, она еще больше. Это также означает являть твою любовь этому миру. Father, in whichever way you call us, help us to hear and to follow. Отец, как бы ты ни захотел призвать нас и обращаться к нам, мы просим, чтобы ты помогал нам слышать тебя и следовать за тобой. May your word be a lamp to our feet so that we know the next step. Пусть Твое Слово будет светильником для нашей стези, чтобы мы знали, какой следующий шаг мы должны делать. Пусть оно будет светом, освещающим наш путь, чтобы мы знали направление, в котором нужно двигаться. Father, because we want our life to be a life which glorifies you. Потому что мы хотим, чтобы наша жизнь прославляла тебя. We ask this in the name of Jesus. Мы просим об этом во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. So, in the new year, on the 7th of January, Peter Horobin will be speaking. Уже в новом году, 7 января, следующий эфир будет с Питером Хоробином. Yes, he does know that that is Christmas Day. И он тоже знает, что это будет Рождество за православным стилем. And he has already given this week a Christmas message for those of us who are in the Western churches. Хотя для тех из нас, кто посещает
церкви, которые празднуют Рождество по западному стилю, вот для нас Питер уже сделал эфир с рождественским посланием. Together with his wife Fiona. Это было его совместное послание с его супругой Фионой. And he knows that well, we have asked him to do a version of this for those who celebrate Christmas on the 7th of January. И мы попросили его также сделать версию такого рождественского послания для тех из нас, кто празднует Рождество еще и 7 января. Now, it is not 100% certain that he will be able to do this. Мы еще не уверены на 100%, что он сможет это сделать. Because there are other demands on his time at exactly that time of the year, which may take him away from doing this broadcast. Потому что в это время есть еще определенные обязательства, которые, возможно, не позволят ему сделать этот эфир, когда мы планируем. But that is our intention at the moment. Но, как минимум, мы очень надеемся, что это получится, и планируем, что все получится. So we just pray, that it will happen. Вот, и будем также еще и молиться, чтобы все получилось. I'm going to just put up the final, where are we? So on the screen now you have the contact details for giving your testimonies or thoughts. И сейчас на экране вы видите контакты, куда вы можете направлять ваши свидетельства, отзывы, благодарности, вопросы. And of course you could also come join the Viber group about these Zoom conferences. И также вы можете добавиться в группу Viber, если вы еще в ней не состоите, чтобы получать информацию о всех предстоящих конференциях. Meanwhile, thank you very much to all those who have been present. It's been a joy to see you. И хочу поблагодарить всех, кто сегодня был с нами. Это огромное удовольствие было провести это время вместе.